Так, мы тут остановились. Ага, перед нападением на последнюю столицу. Цель компании, ну вот те вот такие чашки. Цель компании, эта территория является стратегической целью. Тут, соответственно, последняя цель. Сейчас здесь захватим. Ой, тут танк купил. Так, и скоро можно будет уже истребитель взять. Ладно, поехали. Так, утесы Феллиния. Донесения из Феллиния преисполнены страха. Скларио правит железной рукой, причиняя много страданий жителям. Захватив Феллинию, мы лишим тоже ключевого союзника и завоюем доверие людей. Феллинию – огромный город. Чтобы перебросить войска на вершины холмов, нам понадобятся дирижабли. Только оттуда мы сможем ударить по противнику. Вот не думала, что окажусь здесь. Что ты имеешь в виду, Ленора? О противовоздушной обороне Феллини ходят легенды. Мои люди никогда бы не решились атаковать его. Интересный человек этот Дон Скларио. Если, конечно, вам нравятся жаждущие власти маньяки.
подножья холмов есть три аэродрома. Так, захватить три аэродрома. Ну что, захватим. Еще какая-то цель есть. Явился драгун Кондотьер, просит аудиенции. Он умоляет освободить его товарищей. Всю его роту посадили в тюрьму. Thank you.
Thank you.
Похоже, он раздобыл чертежи военного дирижабля. И у него достаточно аэродромов, чтобы построить целый воздушный флот. Так, а тут, по-моему, еще дается герой дополнительный. А, вот. Все силы Сквайрио захватили в плен группу кондотьеров. Одному удалось бежать, и он попросил, и он просит нас освободить остальных. По его словам, среди пленных находится знаменитый осадный инженер, генерал батальон.
граждане города Филиньо, вы свободны.
Одного только он не учел, что мы можем оказаться здесь раньше, чем дирижабли будут готовы. Предлагаю доставить новые цепелины прямо к нему лично.
Мы победили. Проблем с Доном Скларио больше не будет. Вот, добавлен новый герой. Теперь этот герой доступен для будущих сценариев. Генерал-батальон командует бандой кондотьеров, готовых взяться за любое дело. Обладает большим опытом в части осады. Герой Винчи в бою пользуется осадной пушкой. Сокращается время на строительство зданий, усиливает атаку осадных боевых единиц. Мы захватили столицу Дон Скларио. Кланом Дожа нанесен сокрушительный удар. Наши войска увеличились, к нам присоединились еще и Винчи. Ну и тут написано, что атакует он позицию. Так, время прокачать героев. Взять истребитель, Ну тут просто победить Дожа и все на карте на обычной. Враг близко, надо приготовиться к бою. Если враг перекроет нам дорогу, придется разгромить его.